Северодвинск. Город кораблестроителей, кузница подводного флота России. Слава и честь трудовому народу, руками своими обеспечивающими силу и мощь нашего государства. При этом зачастую, когда звучит гимн доблести трудовой, на второй незаметный план уходит тот факт, что не единой работой жив человек, что нужна ему и квартира уютная да теплая, и дворы ухоженные. Достойное место среди тех, кто призван обеспечивать комфортную жизнь северодвинцев, занимает наше предприятие. Северодвинское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» зарегистрировано как самостоятельное предприятие регистрационным отделом администрации города Северодвинска 28 июня 1996 года. Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилых, нежилых зданий, объектов коммунально-бытового и иного значения, объектов благоустройства. Кроме того, в компетенцию предприятия входит осуществление капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и коммуникаций, оказание услуг с использованием строительных машин, механизмов, автотранспортных услуг, развитие вспомогательного производства, производственной базы и мастерских, оказание услуг населению и юридическим лицам. Для выполнения данных видов деятельности СМУП ЖКХ имеет 4 эксплуатационных участка, расположенных на территории обслуживаемого жилищного фонда, производственную базу, включающую в себя транспортный участок, столярный цех, механосборочный цех, цех жестяных изделий, сварочный цех, цех по производству облицовочной, фасадной и тротуарной плитки, инструментальное и складское хозяйство, обеспечивающее материально-техническую подготовку производства и хранение материальных ценностей. СМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» является членом саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство Союз профессиональных строителей», а также имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. Под управлением СМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» находится жилищный фонд общей площадью 795 тысяч квадратных метров. В сфере деятельности предприятия – ремонт и обслуживание общего имущества многоквартирных жилых домов, помещений магазинов, различных организаций и предприятий, расположенных на обслуживаемых территориях, а также содержание прилегающих к зданиям внутриквартальных территорий. Это огромное хозяйство нужно своевременно ремонтировать, обеспечивать нормальное функционирование инженерного оборудования, поддерживать чистоту и порядок на территориях и в помещениях жилых домов в соответствии с санитарными правилами и нормами. Да и благоустройство дворов также находится под неусыпным вниманием, а это и озеленение, и строительство детских игровых площадок, и наведение санитарного порядка. Главный акцент работы СМУП ЖКХ – комплексный подход к решению насущных проблем. Если выполняется ремонт лестничных клеток, параллельно заменяются пришедшие в негодность почтовые ящики, наводится порядок с парковками автомобилей, уделяется внимание посадке цветов, кустарников и деревьев во дворах. А ведь озеленение на севере – дело не из дешевых, но необходимых для экологии, красоты, да и для настроения людей. Чтобы улучшить качество обслуживания населения, выполнять работы комплексно, без привлечения других специализированных предприятий, СМУП ЖКХ – единственное в городе жилищно-коммунальное предприятие, имеющее все необходимые лицензии и разрешительные документы, позволяющие самостоятельно выполнять полный цикл работ по следующим видам деятельности. Сбор, хранение, транспортирование и размещение твердых бытовых отходов ТБО. Дератизация. Ремонт и обслуживание лифтов, асфальтирование внутриквартальных проездов и тротуаров. Обустройство детских дворовых площадок с установкой игрового оборудования. Осуществление строительства зданий и сооружений первого и второго уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Для обеспечения регулярного выполнения специальных работ в больших объемах требуется механизация производственных процессов с применением специальной техники. В СМУП ЖКХ для этих целей имеются достаточный автопарк специальной техники в составе 3 мусоровозов, 2 бункеровозов, 10 единиц грузовых автомобилей и тракторов со специальными навесными устройствами и прицепами, а также экскаватор, автокатки и виброплощадки для уплотнения асфальта при выполнении работ по ремонту внутриквартальных проездов. Предприятие является победителем всероссийского конкурса на лучшую организацию. По эффективности работы в новых экономических условиях по итогам 2002 года коллективу вручен диплом 3-й степени. Коллектив СМУП ЖКХ награжден почетной грамотой и благодарственным письмом за большой вклад в подготовку и сотрудничество в проведении городских праздничных мероприятий 2005 и 2008 годы. Золотой грамотой мецената за выдающийся вклад в дело возрождения высоких идеалов духовности и милосердия 2006 год.
благодарственным письмом за активное участие и стремление к победе в муниципальном смотре-конкурсе по благоустройству и озеленению Северодвинска 2008 год. Объявлена благодарность за деятельное участие в ликвидации последствий пожара и за оказанную финансовую помощь, направленную на нужды пострадавших, 2010 год. Основными клиентами СМУП ЖКХ являются наши горожане. Количество открытых лицевых счетов составляет более 17 500, что охватывает более 38 тысяч человек. И организации, занимающие обслуживаемые нежилые помещения на правах собственности или аренды, более 300. На предприятии в полном объеме предоставляются все виды гарантий и льгот, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации и отраслевым соглашением, в том числе связанных с работой в условиях Крайнего Севера. Районные коэффициенты при начислении заработной платы, дополнительные отпуска, оплата дороги к месту проведения отпуска, компенсация при выезде из районов Крайнего Севера и другие. Заключен и исполняется коллективный договор. В полную силу работает профсоюзная организация. Совместно с профсоюзной организацией проводятся мероприятия по организации летнего отдыха детей работников предприятия в оздоровительных лагерях на юге нашей страны. Предприятие работает в тесном сотрудничестве с городской прессой, в частности, с Северодвинской городской общественно-политической газетой «Северный рабочий», поскольку санитарно-эпидемиологическое и эстетическое состояние города напрямую затрагивает каждого горожанина, даются разъяснения и комментарии проводимой реформе жилищно-коммунального хозяйства страны, своевременно отрабатываются критические замечания, даются ответы на имеющиеся вопросы граждан и так далее. В течение всех 15 лет своей деятельности Северодвинское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ставит перед собой четкие и конкретные цели, соответствующие требованиям времени. На сегодняшний день в качестве основных целей и задач, стоящих перед предприятием, мы видим повышение энергетической эффективности и снижение энергозатрат путем проведения комплекса мероприятий по энергосбережению. Повышение качества осуществления основного вида деятельности, эксплуатации жилого и нежилого фонда, удешевление и оптимизация производства, привлечение инвестиций на предприятие и глобальная модернизация и обновление основных фондов, развитие малой механизации, проведение работ по ремонту жилищного фонда в рамках федеральной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства. К настоящему времени осуществлен значительный объем работ по включению жилфонда, находящегося под управлением предприятия, в адресную программу проведения капитального ремонта. Распространение имеющегося опыта наработок путем расширения сферы оказываемых услуг в соответствии со спецификой деятельности на другие жилищные предприятия города.